Почти 6 тысяч вакансий создано на предприятиях Тверской области для трудоустройства подростков во время летних каникул. Вопрос занятости школьников обсуждался на заседании областного правительства во вторник, 25 мая, который провел губернатор Игорь Руденя. Подробности у Никиты Васильева. В текущем году всем подросткам, постоянно проживающим в Тверской области и желающим внести свой вклад в развитие региона, получить первый рабочий опыт, должна быть предоставлена такая возможность. С этого заявления, открывая очередное заседание регионального правительства, начал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Как отметил глава региона, в числе приоритетов у детей должны быть уважение к труду, ответственная работа в трудовом коллективе. Во всей отчетности в организации этих мероприятий важно не просто вывести ребенка на один день на работу, или на два дня, или на три дня поставить галочку и отчитаться. Важно, чтобы ребенок, проработав какое-то понятное количество времени, которое он сам для себя выбирает, получил бы и опыт работы, возможно, получил бы наставника, который потом ему пригодится при следующем приходе на работу. Ну и, конечно же, получил первое представление о том, как зарабатываются трудовые деньги. В Тверской области летом 2021 года подработать и получить практические навыки на предприятиях региона смогут порядка 5900 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята в летнее время могут найти подработку по таким специальностям, как помощник менеджера, специалист по продажам, почтальон, рабочий зеленого хозяйства, швея, помощник дизайнера, регистратор, вожатый, помощник официанта, повара и другим. Рабочие места для подростков созданы как в бюджетной сфере, так и на крупных региональных предприятиях – Тверском полиграфкомбинате, Заволжском мясокомбинате, ДСК, Степ-трейд, агрофирме Дмитрова гора, Почте России. Сейчас очень важно, чтобы мы относились к этому с полным пониманием, потому что такая задача стоит уже на общероссийском уровне. Мы видим, что вопрос замещения трудовых мигрантов собственными трудовыми ресурсами, развития экономики прежде всего, требует более серьезного отношения к формированию специалистов в разных сферах. В Тверской области для стимулирования трудоустройства подростков по инициативе губернатора введена компенсация части затрат на их заработную плату. Работодателям, которые возьмут на работу ребят в возрасте от 14 до 18 лет, возместят 50% от затрат на заработную плату. Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации. На эти цели в областном бюджете в 2021 году заложено более 6,5 миллионов рублей. Со стороны работодателя подросткам выплачивается заработная плата пропорционально отработанному времени, определенному трудовым законодательством, но не ниже МРОТ в месяц – 12 792 рубля.